Друзья, сегодня мы с вами поговорим о том, как же установить приложение Yoosi на ваше Android-устройство, если у вас в Play Market не поддерживается данное приложение. Добро пожаловать на канал PlayExpert, с вами Владимир. Играя в различные мобильные игры, особенно в те, которые требуют донат, в какой-то момент вы осознаете, что игра вам не подходит. Здесь есть несколько решений. Перестать играть или вернуть потраченные средства. Если еще несколько лет назад было вернуть деньги с игры по щелчку пальцем, то сейчас такая возможность осталась только у профессионалов, знающих все законные лазейки таких площадок, как Play Market и App Store. Именно такого специалиста я вам советую. Через него вы сможете вернуть любой донат с любых игр и приложений сроком от 60 до 540 дней. Здесь никакого риска, вы оплачиваете работу только по факту выполнения, после того, как деньги поступят на вашу карту. Все контакты в описании под видео и закрепленном комментарии. Я то же самое сделал себе на ТВ-приставку, у меня H96 Pro, и как вы понимаете, на моей данной версии прошивки не было приложения официального именно через Play Market, поэтому я сделал это иначе. Давайте посмотрим, как это сделать. Смотрим то, что в Play Market, когда мы убиваем само приложение Yoosi, мы его не находим. То есть там могут быть какие-то сотрудничества, конечно, с Yoosi, но они нам не подойдут. Нам нужно именно то приложение, которое используется на iOS-устройствах, Android-устройствах. То есть что мы видим? Вот если мы напишем приложение Yoosi для Android, мы видим вот такую вот ситуацию. Нажмем установить через официальный источник. У меня в данном случае оно открыто. Но у вас здесь будет написано, что приложение несовместимо с вашим устройством. И естественно, если я зайду, у меня оно откроется, потому что я себе его установил. Вот, все в принципе у нас работает. Если мы перейдем, как видите, все рабочее. Так как же все-таки к этому прийти? Вам нужно будет перейти по ссылочке, которая закреплена в комментарии под видео, естественно. Вот, вот этот вот будет сайт, вы просто нажмете «Загрузить АПК», вас опустит вниз, и вы, в принципе, скачаете приложение. Вот, оно будет вот здесь, вот ссылочка начнется загружаться, вы ее загрузите. Версия будет 2.0.46.20.82 на момент 19 января 2022 года. Все, скачаете, установится, будет работать. Если у вас будут какие-то вопросы, конечно же, обращайтесь. Ну вот и все, как видите, ничего сложного нет. Перешли по ссылке, а именно в закрепленном комментарии, вы можете скачать данное приложение себе на Android устройство. Естественно, будет работать с Android 5.1 и выше. Дальше больше, скоро увидимся.